Луна, ты зачем это сделал? Опять мои телефоны и планшеты на пол положил, а? Ты зачем это сделал? Я сейчас тебе мечом, слышишь меня? А свои-то посмотри-ка, на диван положил. Вот твои лежат. Слушай, меня вон тот дом пугает. Что думаешь, видишь дом вдалеке? Где какой дом? Я не понимаю, про что ты говоришь, солнце. Вон тот, видишь дом? Там вдалеке, вон. Там живет Фредди, страшный Фредди. Дядя Фредди, ты слышал про него? По новостям показывали. Давай туда сходим, посмотрим, что там. Если, конечно, не боишься. Вот лично я не боюсь. У меня еще к тому же есть меч. Я ему пам-пам-пам-пам-пам-пам быстренько навешаю. Ну, конечно, если честно, это все шутки. Я не смогу навешать, он большой. Мы-то маленькие с тобой. Мы малыши, так нам говорит мама с папой. Кстати, а мама с папой, они где, а? Они с работы пришли или нет? Давай посмотрим, давай посмотрим, давай посмотрим, давай посмотрим. Ну иди сам посмотри. Хорошо. Ты, кстати, мой это, не забудь мой планшет убрать, понял? Ну ладно, ладно. Ну все, пойду посмотрю. Папа, мама! Прыгай, иди сюда за мной быстрее, иди сюда. Ты где, ты куда? Да вот я здесь внизу, смотри. Никого нету дома, это означает, что мы можем легко пойти. Но нам мама с папой не разрешают выходить из дома, пока их нету, ведь на улице опасно. Ну что ты их слушать, что ли, будешь? Кто нам что сделает? Смотри, там никого нет, сейчас все на работу пошли. Пойдем быстрее, слышишь? Идешь? Пойдем. Пойдем за мной, сейчас мы спустимся и пойдем к дяде Фредди страшному. Фонарик взял? А зачем нам фонарик? Нам фонарик нужен для того, чтобы у него дом, понимаешь, темный. Темный, страшный дом! А мы в нем. Пойдем, короче. Ну хорошо, пошли. Идешь? Спускайся быстрее. Слышишь, пошли. Если еще раз, кстати, мой планшетик будешь плохо обращаться, я тебе больше его не дам. Ну и ладно, у меня свой есть. Ох ты! Точно, у тебя... А вот свой-то ты хорошо положил. Ну да, ну и ладно, извини, я больше так не буду. Ладно, пошли быстрее, пока мама не вернулась, папа не вернулся. Пошли быстрее, сейчас мы, короче, пойдем. Фейерверки у нас, кстати, есть на заднем дворе. Пошли быстрее, взорвем их и пойдем к дяде Фредди. Вот, смотри, фейерверки. Сейчас я только взрываю и убегать надо на 3 метра. Ладно, как папа нас учил. Помнишь, мы в Новый год взрывали? Ну да, ну все, давай. Сейчас я, короче, взорву, а ты это, отбегай сразу вот сюда, ладно? Хорошо. Ну давай, короче, смотри. Сейчас нажимаю. Все, беги быстрее. Отбегай, 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 отбегай. Ну что ты там встал? Сейчас фейерверк будет. Быстрее сюда иди. Вот сюда, вот сюда, вот сюда иди. Отсюда будем смотреть, давай смотреть. Вау, ничего себе, как классно, смотри. Ну, в принципе, ничего опасного нету. Давай, а? Смотри, как классно. Вау, смотри, сейчас через него перепрыгнул. И вау, давай так же. Давай, кстати, вот эти еще взорвем. Ой, ой, он уже зажегся. Быстрее отходи, отходи, отходи оттуда. Да, убегай, убегай. Все нормально, все нормально. Тоже неплохо, кстати. Но это просто фонтанчики, они даже не взрываются. Видишь, как классно, мне понравилось. Давай последний и пойдем к дяде Фредди. Сейчас я его взорву. Подожди, сейчас я... Мне последняя спичка осталась. Так, главное не дышать, потому что эта спичка может не зажечь. Давай, и... О, а, сейчас спичку... Вот, все, быстрее, отбегай, 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 отбегай. Смотрим, ничего себе, как классно. Ну ты что, все пропустишь. Вон, посмотри, последний, короче. Ну все, пойдем к дяде Фредди. Я думаю, что будет очень интересно. Да, мы должны успеть, слышишь? Мы должны успеть, пока мама с папой не вернулись с работы. Быстрее, погнали, погнали за мной, слышишь? Пойдем, короче. Я знаешь, что думаю? Я думаю, что у дяди Фредди что-то страшное дома. Потому что говорят, что у него что-то очень жутковатое. Вот здесь он живет. Слушай, ты не боишься туда идти? Я вот немножечко боюсь. Я тоже боюсь, если честно. Я даже не знаю, как мы туда проберемся. Мы что, просто так постучимся в дверь? Нет, мы не просто постучимся в дверь. Мы зайдем через дверь. Эй, сами, без стука, понимаешь? Ну ладно, давай, главное что? Надо очень тихо двигаться. Ну все, пошли за мной, слышишь? Пойдем, пойдем, пойдем. Сейчас мы, короче, с тобой залезем туда. Иди, иди сюда, быстрее, короче.
Я первый пойду, только я вот посмотрел, там, кстати, эта дверь открыта. Так что все нормально, давай, главное... Главное это. Смотри, погода улучшилась, снег пропал. Ага, давай, короче, заходим аккуратненько. Главное, чтобы нас дядя Фредди не увидел. Ну вот мы и внутри, прикинь, его, по-моему, дома нет. Иди сюда. Там кто-то сзади тебя стоит. Слышишь? Кто? Где? Вон кто-то сзади тебя. А? Да это бот. Бот-полымойщик, он просто убирается здесь и ничего не делает, кроме этого. Так что нечего его бояться, смотри. Пим-пим-пим, он ругается. Смотри, видишь, ругается, короче, ну и чё? Ну и чё, ничего не сделать не может, он не запрограммирован, понимаешь? Нам совершить что-нибудь плохое, видишь? Он нам ничего не может сделать. О, кто это? Сзади тебя! Беги, Луна! Беги, там кто-то сзади тебя страшный! Быстрее беги, беги сюда, беги, беги, беги наверх! Луна, бедная Луна, ё-моё, куда мне прятаться? Ой-ой-ой, ой-ой-ой, кто же это такой? Луна, эй, ты где? Слышишь? И что нам теперь делать? Я не знаю, как мы теперь будем выбираться отсюда. Но вот это существо, оно, короче, здесь, это, походу, его жена. А может, это его мама? А может, это его бабушка? Я не знаю, но это очень злое существо. Сейчас я в него стрельну. Сейчас попробую из лука. Может, не надо? Это может опасно. Может, вдруг ты ему в класс попадешь? Да, ты прав. Я сделал предупредительный выстрел рядышком. Хорошо, давай, попробуй. Сейчас, вот рядышком. Оп! Что-то он не боится совсем, или это она, или он. Что будем делать-то, я не знаю, давай бежать, короче. Пойдем дальше. Ладно, он не может залезть. Слышишь? Пойдем, короче, дальше. Я думаю, что нам нужно просто это, идти, идти дальше. Смотри, он и елку еще не убрал. Я что-то, знаешь, мне не до елки. Мы, то существо там нас поджидает. Как мы теперь отсюда выберемся? А вдруг сейчас Фредди придет? Нет, Фредди не придет, он так же, как мама, работает до 5 часов. Он работает на работе? Ну, я так думаю. Мне кажется, это просто монстр, который не работает. Вон он! Посмотри, он нас видит. Что нам теперь делать? Не знаю. Ладно, смотри. Может, у него там подарочки есть у Фредди? О, у него правда есть подарочки. Давай потом, короче, возьмем. Давай просто смотри, что здесь есть. Ну, он елку еще не убрал. Ну, ладно, ленится, наверное. Смотри, что я нашел, слышишь? Смотри, Луна, что я нашел. Ты когда-нибудь видел хоть раз столько денег? Слышишь, мне страшно. Пойдем домой. Сейчас пойдем, я тебе хотел показать. Смотри, сколько здесь денег, слышишь? Смотри. Вот это да! Я тоже никогда не видел столько денег. Обалдеть! Вау! Я расскажу об этом своим друзьям в классе. Ничего себе, ребят. Смотрите, сколько здесь денег у Фредди. Вот это да! Слушай, а если он сейчас к нам подойдет и придет, давай быстрее уходить отсюда. Давай, короче, уходим отсюда. Мы уходим, уходим. Пошли за мной, слышишь? Да-да, я иду с тобой. Пойдем быстрее, короче, отсюда. Вам не страшно? А если это существо там нас поймает, возле лестницы нас поджидает? Оно, походу, все, оно ушло. Пойдем быстрее. Пойдем быстрее, только очень тихо. Вроде бы нету никого здесь. Слышишь, никого нет, нам повезло, пошли быстрее. Только очень аккуратно, аккуратно. Только иди сюда, ты кого-нибудь там видишь? Луна, видишь кого-нибудь? Нет, никого не вижу. Ну, о, ну тут у него попкорна много, я возьму одну. У него тут китикет, видимо, где-то кошечка есть. Главное, чтобы эта кошечка не была больше, чем мы. Да, ты прав. Ничего себе. А, вон она. Что такое у солнца? Там, представляешь, я его увидел. Или это бабушка, мама, или кто, я не знаю, он там в подвале. В подвале? Пойдем посмотрим. Ты что, дурачок, что ли? Мы не пойдем никуда. Я не пойду никуда. Ты постоянно меня заставляешь все делать. Ну и ладно. Зато прикинь, как классно. Пойдем посмотрим. Нет, я буду здесь стоять. Хорошо, стой здесь, а я пойду очень осторожно посмотрю. Если что, ты крикни мне, ладно? Хорошо, крикну тебе. Этот уборщик нам не угрожает. Давайте посмотрим очень аккуратно. Хорошо, что ты взял фонарик, а то здесь вообще ничего не видно. Как он здесь живет, этот Фредди? О, здесь, короче,
Вон. Ребята, посмотрите, там кто-то есть. Я не знаю, кто это, но в подвал я, короче, не смогу уже пойти. В подвал я уже, короче, не пойду, реально, короче. Пойду, ладно, заберу. Ну и мы пойдем домой. Будем играть, короче, в Sony PlayStation 5. А то вообще что-то мне очень страшно. Эй, вы, почему находитесь в моем доме? Кто это сказал? Это дядя Фредди, беги скорей! Там дядя Фредди! Точно, да, это дядя Фредди! Он пришел, видимо! Что вы делаете в моем доме? Вы меня что, хотите ограбить? А ну-ка идите сюда! Быстрей! Луна! Ты здесь спрятался, я здесь спрятался, я его вижу, он тоже там бы нас пытается. Нас пытается поймать, что будем делать, как будем теперь. Чуть плохая была затея. Да, ты прав, была плохая затея, реально. Что теперь делать-то будем, я не знаю. Может, за елкой спрячемся? Нет, за елкой мы не сможем спрятаться. Он пойдет подарки смотреть и нас найдет. Что нам делать? У меня есть план. Какой у тебя план? Я, короче, его отвлекаю, а ты выбегаешь. Тебе нужно просто спрыгнуть вот отсюда, понял? Где он там? Вон он там! Там еще кто-то! Кто? Там, короче, какой-то зеленый чувак! Где? Вон! Ой, это же крокодил ФНАФ! Еще один? У них тут целое сборище! Мы попали в их ловушку! Что будем делать? Я не знаю! Бежим быстрее! Бежим! Сейчас нам, я думаю, у нас получится сбежать! Быстрее, беги за мной! Беги! Бежим, короче! Бежим! Главное, скорость! Скорости придай! Где они? Я не вижу! А, подожди, они, походу, все туда провалились вниз! Если я не ошибаюсь! Подожди-ка! Вон он, реально, я ему сделал предупредительный выстрел. Все, бежим, короче, бежим. Вот она, еще одна. Ну что там, как? Получилось что-то, ты сам же все видел, там какой-то страшный чувак. Я даже не знаю, что мы теперь будем делать. Надо быстро бежать. Давай на счет три бежим, хорошо, давай. Раз. Два, три! Беги быстрее! Он за нами бежит! Нет, это существо! Эй! Луна, ты здесь? Нет! Мне очень страшно! Слышишь? Быстрее беги! Убегай! Если хочешь узнать, что было дальше, тогда ставь лайк и подпишись на канал! Скоро будет новая серия! Успей первым посмотреть ее!